12 апреля в городе Сланцы произошел инцидент. Мужчина уронил 4-месячного младенца в лестничный пролет с 3-го этажа на 2-й. По данным полиции, мать ребенка и ее сожитель находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подозреваемый задержан. Родители девочки в больнице ее не навещают. Многие неравнодушные жители области помогают ребенку, чем могут. Евгения Севирина и Виктория Глухова обратились за помощью к жителям Кингисеппа. Было собрано много вещей, подгузников, детского питания и отвезено в Сланцы. Кингисеппцы в этом плане на самом деле молодцы. Мы собрали достаточное количество вещей. Первую поездку мы планировали поехать через 2 недели, но решили это сделать немножко пораньше, потому что очень-очень много было вещей передано. Мы отвезли и Ярославе, и очень много вещей мы отвезли в Лучки, где также находятся дети от казнички. В Ярославе мы отвозили и смеси, и памперсы, и одежду, и игрушку, а вот детям от казничка, в Лучках, как нам сказали, только нужны вещи, нужны своя и как бы памперсы, и игрушка. Хотели, чтобы это было не единичная, не разовая такая поездка, а она была периодическая, потому что дети там бывают часто их привозят, да, и как бы если есть у кого-то возможность, да, то я оставлю наши номера телефонов, и мы заберем у вас вещи, если желаете помочь. У 4-месячной Ярославы зафиксированы ушибы, переломы и черепно-мозговая травма. Состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести. В настоящее время состояние стабильное. Ребенок находится в районной больнице. Всем желающим оказать помощь, звоните по телефону 8 951 662 46 82.